Привет всем! И вот у нас наконец-то на обзоре дом. Дом 100 квадратов первого этажа. Высота потолка 4 метра. Стилистика Прованс классика. И поехали! Мы находимся в входной зоне. И нас встречает люстра, которая у нас... Смотрите, какое количество массива стекла и как она смотрится на этой крутой высоте. 4, 3,5-4 метра идеально для расположения таких люстр. Сочетание с этой люстрой вот такие бра в металле пробитые с таким же огромным массивом. Светло, ярко при базе. Базовый свет обязательно присутствует. 6 точек. Проходим дальше. Здесь нас встречает тоже люстра в массиве. Такой же стилистики. И смотрите, лестничный проем. Тоже все в одной стилистике. Посмотрите, как люстра в массиве сочетается с коваными перилами. И, конечно же, одна из самых главных люстр. Люстра является в гостиной у нас. А тут у нас канатик. Канатик, 12 лампочек, диаметр хороший. И опять же, как масштабно и хорошо она смотрится именно в пространстве высоты этого потолка. Балясины, печь. Здесь у нас камин. Даже есть лежанка на печи, потому что с этой стороны камин, с той стороны у нас печь. Здесь тоже необычная люстра, ванна. Как здорово она здесь вписалась. Мы находимся уже на кухне. Здесь нас встречает два лаконичных подвеса. Смотрите, как все здесь подобрано, как каждая деталь, каждый момент. Идеальное пространство для дум, для каких-то фантазий и идей. Это такая спальня, изюм этого дома всего. Рубленное дерево, вся мебель рубленого дерева. Как здорово здесь вот это у нас, это фабрика Фаворит. К ней прилагаются два бра, по-моему, не из родной серии. Отдельная серия, отдельная бра с бусами. Бра с бусами.